Здравствуйте, мои уважаемые подписчики. Сегодня рубрика «Моя земля». Те, кто следят за этим плейлистом, помнят, что в прошлом году, кажется, в конце лета, я выложила крайнее видео из этой рубрики, в котором подвела итог нашей работе. Мы завершили первый этап строительства дома. Я показывала наш участок. И если вы помните, я показывала вам соседний участок, заросший лесом, и сказала, что мы с мужем очень хотим его выкупить для того, чтобы расширить свою усадьбу и построить, если получится, эко-гостиницу. И наша головная боль – это соседний участок. Он тоже заброшенный. Как видите, здесь царит хаос, бурелом, какой-то старый, остатки старого забора, старое строение, полуразвалившееся, в котором никто не живет. Конечно же, у нас есть большая мечта выкупить этот участок. Он небольшой, и он был бы прекрасным дополнением к нашему длинному и узкому участку, и мы смогли бы там сделать зону отдыха. Что вы думаете? Мы таки выкупили этот участок, и вот сейчас это место, где я стою, как раз здесь был лесок. Сейчас посмотрите, сзади меня нет никакого леска. Все абсолютно чисто, и вот впереди там за камерой стоял старый заброшенный дом, его тоже нет, его тоже снесли. Все эти работы по зачистке участка велись в мое отсутствие, но муж снимал на камеру, поэтому он запечатлел самые важные моменты, и вы их сейчас увидите. Если все будет хорошо, здесь будет цветущий сад, здесь будет большая зона отдыха с открытой верандой, здесь будет расширенная пасека. Если все будет очень хорошо, здесь появится эко-гостиница. Это то, о чем мечтают и пишут мне многие из моих клиентов, подписчиков, которые хотели бы приехать к нам, отведать свежего, настоящего меда, подышать чистым воздухом, попробовать свежих, натуральных, экологически чистых продуктов, ну и вообще просто отдохнуть душой и телом. А, кстати, если вы помните, апидомик – это то, что мы тоже планируем и проектируем. Так вот, если все будет очень хорошо, все это здесь появится. Ну а если все будет плохо, не хочется думать о том, что все будет плохо, буду думать о том, что все будет очень хорошо.